привет, друзья! Сегодня не совсем обычный выпуск, потому что Женек позвал меня в качалку. Будем сегодня качать, скорее всего, ноги и плечи, потому что эти мышцы на турнике и брусьях очень сложно прокачать. Ну что, поехали, увидимся в зале. Бэм. Ребят, короче, начинаем с плеч, бомбим плечи со свободными весами. Морис бомбит. Давно я плечи вообще с весами не бомбил, поэтому тренировочка хорошая. Потом еще ноги побомбим, потому что на турнике и брусьях вообще невозможно их качать. На 3-4 подхода где-то с рабочим весом делают. Ну и я также сделаю. Я почему-то стоя лучше мышцы чувствую, а он сидя лучше, поэтому по-разному бомбим. Слабенькие плечики. Качаю, буду как Женек 60 жать. Вообще в легкую. Да, и не забываем разминку делать перед тем, как качаем плечи, потому что плечи очень сильно травмируются обычно. Только хардкор, ребята. Морис бомбит. Смотрите, у него от напряжения аж челка встала. Не смешите. А вот, короче, меня интересует, был ли где-нибудь когда-нибудь такой случай, когда, короче, поднимаешь максимальный вес, напрягаешь зубы, и они у тебя трескаются просто, и осколки зубов в разные стороны. Если кто-нибудь видел где-нибудь когда-нибудь такое, скиньте ссылочку посмотреть нам и заодно лайк поставьте. Морис сейчас сказал, что у нас тренировка скучная. Разбавим немножечко тренировочку. Кстати, смотрите, в чем он сегодня пришел. В трусах, ёпта, по улице в Нарве ходит. Во, а? Зубы, зубы, вы видели зубы? Вот еще бы чуть-чуть, и все, десна. Короче, вот этот зуб, он лопнул, видишь, этого черный. Во. Зуб лопнул? Это от перенапряжения. Это да. Когда он с дрявыми кирпичами поднимал там что-то. Да, и да. Там, короче, теперь нерва нет, он такой ужасный. Да, там нерва нет, так что он теперь не нервничает и по пустякам не моросит вообще. Сейчас, короче, будем суперсет делать, Женек сейчас объяснит вам. Короче, парни, такая тема. На плечи есть только одно базовое упражнение, это подъемы штанги широким хватом перед собой. Но так как, короче, плечи у меня отстающая мышечная группа, средний пучок, да вообще все плечи отстающие. Короче, буду делать это упражнение. Сейчас мы с Артуриком хорошенечко поделали армейский жим за голову, налили крови сюда. Сейчас будем бомбить подъемы штанги перед собой, тоже там на 8-9 повторений. И добивать будем гантелями. Кое-как это получается подъемы гантелей в стороны, но с небольшим моддингом. Короче, сейчас вы все увидите, сейчас я буду делать. Короче, дождитесь, сука, лайк не забудь поставить. И вот оно, вы готовы, детки? Помните старый видос, я вам такой уже показывал? Тут главное не торопиться. Это какой-то огромный негр показывал, да? Ты тоже его смотрел? Не огромный, австралиец. Я точно помню, что он австралиец. Там писец, чувак огромный был. Да, вот она, вот пошла уже. Да, жестко. Это, ребят, для того, чтобы создать дополнительный стресс в мышцах, просто немножечко их встряхнуть вот так. Чтобы стабилизаторы включить и чтобы вообще все мышцы работали.
моменты снял. Вот, ребят, наблюдайте, как работают плечи. У Артурика процент подкожного жира маленький, и у него хорошо видно, как волокна напрягаются, сокращаются. Всего вот так вот. И дальше он пошел. Женек увеличил вес. Пятьдесят килограмм получается тут. Короче, следующий суперсет на заднюю дельту. Будем делать разводки на этой фигне. И потом с гантелями добивать. Будет жестко, я уверен. Вот она, парни. Вот она, парни. Вот тут тоже она есть. Стул высоковатый, конечно, неудобно сидеть. Мы, короче, плечи уже долбим целый час. Походу, ноги я качать не буду, а то похудею вообще. Увеличили вес. Блин, похудел на 1 грамм, ой, на 100 граммов точнее. Короче, мы пришли в 2 часа, уже, блин, 4 час идет. Сейчас еще переднюю дельту будем качать, вообще огонь будет. Вес на тренажере больше, чем Морис весит. На 4 килограмма больше своего веса попробую убить заднюю. На заднюю дельту. На один раз. Вы сейчас присутствуете при уникальном явлении. На 4,5 раза. Ох, какие они легкие. Вот так вот. Вот такой вот дождик у нас. Женек показывает, как мы качаем переднюю дельту. Давай. То есть ты не замком берешься, да, а обезьяньим хватом? Да, в принципе, а, и без разницы? Главное... Поуже, да, где-то? Поуже. На ширине плеч. Короче... Когда ты делаешь армейский жим перед собой, у тебя локти разведены в стороны, и ты вот так вот жмешь. Ну, да. А здесь у тебя хват уже, и локти максимально выведены вперед, и предплечья, опять же, по возможности, не туда, не туда, а не перпендикулярно полу. И вот, только передние дельты тащишь. Ну, сейчас попробуем. Получается? Ширина. Во, да. Включил? Да, да. Ё-моё. Нифига там спарит. Кривовато взял. Ну да, чувствуется передняя дельта. Офигеть просто. Фигарит как. Сейчас будем делать суперсет. Это жим штанги на плечи и жим гантелей сидя. Вы слышите этот шум? Пиздец там шпарит. So pass.
Я снимаю. А что мне это делать? Я что, фотограф, что ли, или что? Прямо. Вот, ёпту, камеру вот так вот держишь на уровне глаз. А не отсюда, ёпту, яйца-то зачем наши снимать? Вы выше будете, топчик будет. Сейчас будет это. Это простой, блин, это ж фотка будет. Так вы выше сфоткали? Это скрин. Это скрин. Я понял. Все, короче. Давай сюда, типа. Сухой, как овощи, резко, короче. Все, друзья, короче, спасибо за просмотр. Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо за просмотр. Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо, что посмотрели за просмотр. Спасибо. Лайк не забудь поставить. Да, лайк поставь обязательно. Подпишись на канал, чтобы увидеть еще больше видосов крутых. Все, короче, Женек Трап. Еще мой инстаграм. Да, да, там в описании будет инстаграм Женька. Он трапы бомбит. А так, всем спасибо. Пока.